В Твери прошла региональная августовская педагогическая конференция. Что было в центре внимания собравшихся, расскажем с места событий. Тема конференции этого года – образование Верхневолжья. Ключевой вопрос развития экономики и социальной сферы региона. Традиционно перед началом нового учебного года проходит региональная августовская педагогическая конференция. В этом году она собрала более 300 педагогов и руководителей организаций, реализующих образовательные программы различного вида, уровня и направленности. В преддверии нового учебного года особое внимание педагогического состава председатель регионального заксобрания обратил на ремонт образовательных учреждений Верхневолжья. В ходе подготовки к новому учебному году на укрепление материальной базы 153 школ региона из областного бюджета по различным программам было выделено почти 300 миллионов рублей, что позволило провести разные виды ремонтных работ, в том числе по обеспечению комплексной безопасности, на обустройство территории, замену оконных блоков, капитальный ремонт кровли. В 29 детских садах Верхневолжья затрачено 42 миллиона 600 тысяч рублей. То есть вот эта сумма приближается в итоге к 50 миллионов рублей. В конце мая вот тогда и было принято решение губернатором о выделении дополнительных средств на ремонт по тем направлениям для тех учебных заведений, где уже были готовы проекты. Кроме того, на мероприятии были подведены итоги прошедшего учебного года, заявлены основные цели и задачи для муниципальной системы образования на ближайшую перспективу. А в завершении представителям сферы образования вручили благодарности и дипломы.